Да, то мы сейчас с вами подъезжаем к Черновцам, открывается вид на окраины Черновцов, ну, с правой стороны то, что обычно называют царским селом. Ну, насколько оно там царское, это бабушка надвое сказала, но могу вам сказать, что Черновцы город не бедный, далеко не бедный. Она уже практически на паузе. Киборг.
Спасибо.